Если постараться, можно и звезду с неба достать. Свой профессиональный путь от рядового педагога физики и астрономии до заслуженного учителя России Александр Игошин начал еще на 5-м курсе университета. Тогда и время было другое, и программа, и дети. Но базовые принципы преподавания остаются прежними. За свой 30-летний стаж из-под крыла опытного учителя вылетели сотни выдающихся выпускников. Секретом такого успеха Александр Владимирович считает юмор. Например, 2015 год. Из 3 100-бальников по области, 2 было наших, моих, например. Дальше, вот я уже упомянул, 20-й год у нас 33% учеников, которые получили баллы выше 81-го. 20 человек из 26 поступили на бюджетное отделение вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Остальные здесь, в Ульяновске, в наших вузах. То есть поступление 100%, бюджетники практически в фенбюджетных факультетах. Ученики Александра Игошина после его уроков влюбляются в физику, регулярно участвуют и выигрывают олимпиады. После школы выбирают топовые вузы и становятся продолжателями дела своего наставника. Многие приезжают и благодарят за подаренные знания. Сам заслуженный учитель говорит, что все дело в командной работе. Ему и детям помогают коллеги-математики. И я сейчас преподаю математику вот во всех классах, начиная с 5-го, собственно говоря, максимально нацелена на физику. То есть, когда дети от меня приходят к учителю физику, у меня многие учителя, которые со мной работают, любят это, потому что дети обучены, они понимают, о чем идет речь. Мы решаем задачи, физические задачи, с точки зрения математики. Они получают аппарат, инструментарий, мы спускаем многие темы, которые попозже изучают, мы их на языке детей объясняем. Сами ученики говорят, что учитель строгий, но справедливый. Полученные на уроках физики знания не раз пригождаются им в жизни. Поехали на Зимнее озеро. И тут сразу же вспоминаю формулу площади, плотности и давления. Понимаю то, что на лед надо вставать очень аккуратно и желательно ложиться на него, чтобы он не треснул. И так вот все остались в безопасности. Физико-математический лицей номер 38 регулярно входит в рейтинг топ-25 лучших школ города. Помимо Александра Игошина в штате преподавателей еще 4 заслуженных учителя, 1 кандидат наук и 36 учителей высшей категории. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.